ввести в заблуждение защитник. Классический гол в этом смысле Иван Самарана забил, если помните, в Лужниках, а в Москве в составе Интер в Лиге Чемпионов. Ну вот редкое проникновение Австралии в чужую штрафную площадь. Если попытаться забить гол, здесь могла бы закрутиться интрига, но пока ничего, абсолютно у ворот Браво не происходит. Но вот Австралия все-таки отбрала мяч, продолжается атака, пас направо. Кехилл показывает, можно навешивать, Кехилл, удар! И вот что такое выбор позиции. Раз, два, это навес фланга. Вот сейчас немножко тяжелый 34-летний Тим Кехилл. Не зря проведший много-много-много лет в английском футболе. Коротким взмахом правой руки показал своему товарищу по команде, куда именно нужно сделать навес. Вот сейчас не на мяч, смотрите, на Кехилла. Вот он поднял руки. И идеальный пас. На легкий прыжок. И о чем мы с вами говорили в начале этого матча. Гарри Медель, он не защитник. Он полузащитник. Проиграл позицию. Сейчас два полузащитника.